Всевидящее око. Наринмарское ТП усовершенствовало систему видеонаблюдения в общественном транспорте. В целях безопасности не только пассажиров, но и водителей. На 7 автобусах установлены дополнительные камеры. Подробнее в материале нашей коллеги Елизаветы Кабановой. В автобусах стало безопаснее. Практически весь общественный транспорт в городе оснащен системами видеонаблюдения. Но теперь камер в салонах стало больше. В архивы попадает не только видео, но и звук. Практически все автобусы большого класса оснащены системой видеонаблюдения. Единственное, что сейчас мы и с конца прошлого года стали модернизировать, увеличили количество камер, установили новые комплексы. Вот в каждой машине у нас по 6 камер сейчас. Вот. Ну и сделано это для обеспечения транспортной безопасности и исключения противоправных действий в отношении пассажиров и имущества предприятия. Водители уже оценили обновленную систему по достоинству. Камеры в начале и в конце салона помогают увеличивать обзор. Монитор расположен в кабине водителя и позволяет наблюдать за ситуацией как внутри, так и снаружи автобуса. Для водителя стало очень удобно работать. Я вижу заднюю площадку, так как автобус как длинный, я не видел заднюю площадку, сколько там где находится. И, ну, как бы, когда дверь открывать, это самое. А сейчас я вижу полностью, вот, особенно зимой вообще, чтобы все двери не открывать, я практически могу среднюю открыл дверь, человек вышел, да, и вижу, что на задней нету. Очень удобно стало работать. Кроме того, у каждого кондуктора по-прежнему есть свои переносные камеры. Это позволяет не только обеспечить безопасность пассажиров, но и контролировать ситуацию в салоне. По словам Борислава Петухина, ежегодно фиксируется несколько случаев правонарушений в автобусах. Если просто какие-то конфликтные ситуации возникают, да, какие-то, возможно, обвинения, да, как бы, что кого-то высадили, кого-то не обилетили, там, или наоборот требовали необоснованно там завышенную стоимость билета, вот, как правило, эти факты не подтверждаются. Но все равно всегда можно теперь обратиться к видеозаписи. По словам местных жителей, камер в автобусах они практически не замечают. Это не приносит им дискомфорта, дает ощущение безопасности и защищенности. На случай возникновения каких-либо ситуаций все видеозаписи хранятся более 10 дней и в хорошем качестве. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».